Питер, всем горячий привет! С добрым утром, ребята! В эфире наш «Покажи класс!» Продолжаем конкурс видеороликов, которые прислали нам вы, дорогие друзья! Открывают программу «Веселые сестрички», большие поклонницы нашей программы. Впрочем, вы сейчас сами все поймете. Мое утро проходит примерно так же. А далее в программе Ванечка. Ой, то есть Арина. Ой, ничего не поняла, как это? Очень просто. Арина прочтет стихотворение, которое называется «Ванечка». Ну так бы сразу и сказал. Ваня, Ваня, Ванечка, усы, кудряшки. Улыбнется Танечка, вздохнет Наташка, на уроках Ванечка что-то сочиняет. После школы Танечке он стихи читает, и вздохнут красавицы, ах, какой милашка. Это мальчик Ванечка, лучшие кудряшки. Молодец! Хорошая заявка на победу! А у нас на очереди еще одна любительница поэзии. Она прочтет стихотворение о смене сезонов. Внимание на экран! Зима недаром злится, прошла ее пора, и снова окно стучится и гонится двора. И все засветилось, все нудит ему вон, и жаворонки в небе ускорили трезвон. Зима еще хлопочет, на весну ворчит, на их глазах охочет, и пуще лишь шумит. Бесилась ведьма злая, снегу хватя, пустила, убегая, прекрасное дитя. Весне и горе мало, умылась в снегу, и лишь шумяне старая, наперекор траву. Браво! Браво! Ребят, вы все такие талантливые! Продолжайте в том же духе! Мы всегда с удовольствием наблюдаем за вашими успехами! И ждем с нетерпением новые видео! Попросите родителей снять ролик в хорошем качестве и прислать нам на наш конкурс! Лучшие покажем в эфире, а победители получат призы. Смотрите самый семейный канал «Хар!»